Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. Две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Днепровская Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраны иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава. Кроме того, уничтожены в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики пусковая установка зенитно-ракетного комплекса ОСА-АКМ. И в районе Чугуева Харьковской области радиолокатор подсветы наведения украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Оперативно-тактической армейской авиации поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. Два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники. Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе, доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселая Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской Народной Республики уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства в районе населенного пункта Миловатка Луганской Народной Республики. Ракетными войсками артиллерии поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 3 склада боеприпасов. В районе железнодорожной станции Покровск Донецкой Народной Республики в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппаратов, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.